Московский центр организации дорожного движения опубликовал на своем сайте список столичных дорожных камер. Утверждается, что информацию раскрыли по многочисленным просьбам населения. Но некоторая небрежность в оформлении списка указывает на срочность. Опубликованный ЦОДД перечень – это таблица формата Excel. В ней 2476 позиций. Адреса и географические координаты идут вперемешку, да и неизвестно, за какими нарушениями камеры следят. Очевидно, список актуален на момент публикации и будет периодически обновляться. Фейслифтинг универсала Lada Largus ограничился мелкими деталями. На решетке радиатора теперь две черные горизонтальные планки вместо одной хромированной. Изменена эмблема. Логотип теперь трехмерный, с крупной ладьей. Такая же разместилась на руле и колесных колпаках. На левой створке задней двери появилась надпись «Lada». В салоне новая ткань обивки сидений. Комплектации слегка переделаны, во всех версиях фары гаснут после выключения зажигания. В комплектации «Норма Комфорт» вместо двух — четыре динамика. В топ-версии «Люкс» боковые окна получили черное обрамление. Электромобиль Jaguar I-Pace послужит прототипом для новой технологии искусственного интеллекта. Если система распознает стресс, то окружающая подсветка переключается на успокаивающие тона. Заиграет музыка из любимого плейлиста. При обнаружении признаков усталости Jaguar снижает температуру в салоне. За сидящими сзади тоже следят камеры в подголовниках. Но здесь система действует наоборот. Уставшим пассажирам помогут уснуть, выключив свет, зашторив окна и повысив температуру в задней части автомобиля.